корабле нас спас. Фырк, он тебя спас. Он много всего на себе носил. Ай, столько потеть ради какого-то там товарища. Дракс однозначно нам помогал. Вот скажем на Сигнарте, когда на нас напал тот кальмара-тигр в первый раз. А, топтычок. И когда он второй раз напал тоже. Мантис, нам беспокоиться насчет этого тумана. Прав. Вот сейчас нам бы Дракс очень пригодился. Неужели эти твари и здесь тоже водятся? Может, они изначально не из Сигнарфа? И Хеллбендер их здесь отловила? Или она прилетела сюда, потому что готова из-под земли нас достать и убить? Леди Хелл хочет нашей смерти. Понимаете, что из этого следует? Что мы все умрем? Я знаю, к чему он ведет. Что мы команда. И если разозлили кого-то, то вместе. Надеюсь, у тебя в голове это звучало лучше. Вода, туман, чудища. Что ж вообще за место такое? Это место большой силы. Жрецы знают сказания о тех, кто... Что за хрень? Их двое! Кого их? Мальчик, эти твари имеют отношение к тому, что мы ищем? Не уверена. Но кажется, нет. Что скажешь, Крис? Новые дружки? Не сомневайся. Покажи им Гамора! Будет больно, но быстро! Народ! Он в шоке! Навали! Это наш шанс! Это кажется не по тебе! Давайте добьем! Мне 20 прошить не надо! Дракс бы стал хвалить эти ходячие танки! Вам не кажется, что они растут? Что-то плохое, чего следует избегать. Мантис, сюда. Так, я Дракса, конечно, люблю, но ответственно заявляю, эта пещера у меня уже в печенках сидит. Я есть Крут. Кто? Жукоглазка? Да она из туалета не выведет. Зеленый злюка в океане лжи. Нам нужно привести его к берегу. Но нам также нужно не терять оптимизм. Мы спасательный трос. С оптимизмом у нас обычно не очень. Гамора, ты всегда себя недооценивала. У тебя мурашки по коре.
Да я уже в воду готов сигануть, лишь бы это ощущение прошло. Смотреть на эти кристаллы приятно. Да ну, видала поинтереснее. Типичные силикаты, ничего особенного. О, пушистик, но резонируют-то они еще как по-особенному. Значит, пару юнитов за них можно выручить, если найти покупателя. Старайтесь не отвлекаться. Это опасно. Думайте о Драксе. Я есть Крут. Да, ухаживать за Ками. А что за Ками? Долгая история. О, обожаю такие. Еще котати рассказывали тебе об этом месте? Что это жутко опасное место, и соваться сюда это полный кретинизм? О, да, очень опасно. Древняя-предревняя. Древняя опасность. Уже нет? Еще, да? Так вот. Дракс реально переживал за девчонку из корпуса, да? Все хотел, чтобы мы ей помогли. Даже когда это было опасно. Я ищу Крут. Ты лицо, которое мы разыскиваем. Не уверен, что хочу услышать ответ. Лишь бы убраться отсюда. Мантис, ты что-то там видишь? Много, очень много. Вижу тени существ, живших здесь когда-то. Забытые лица, которые прозревают еще не произошедшие ужасы, и другие тени. Нас, других, того, кто сейчас наблюдает за нами, или наблюдал за нами. Я вижу камни и какие-то кристаллы. Статую, похожую на лицо. Еще камни. Твой вариант лучше. Я вижу еще кое-что. Друзей, готовых умереть за одного из них. Ну, надеюсь, до этого не дойдет. Я тоже на это надеюсь. Я тоже. Ну вот опять. У меня шерсть на загривке дыбом встает. Я тоже чувствую, словно за мною наблюдают. Ракета, сможешь сюда проползти? Зачем? Чтобы меня сожрал тот, кто там живет? Каменные лица. То, что мы ищем, находится за ними, под ними, либо сбоку от лица. Что скажешь, ракета? Ты же можешь придумать, как нам туда пройти. Ладно, как скажешь. Вонь, как от тухлых сакарианских яиц. Ладно, закладываю взрывчатку. Всем отойти! Вроде это не тот вариант, где он нас открывает.
Грут, сможешь поднять эту штуку? Есть, Грут. Прямо туда. Нет, не должен он ничего обо мне знать. Держи дупло закрытым. Питер, нашел что-нибудь? Ничего, что могло бы спасти Дракса. Мантис, а тут еще лица есть? Мантис? А? Да-да, это многоликая пещера. Дошло? Нам нужно побороть свои страхи. Здесь или в другом месте. Самое важное – побороть их. Убежать тоже иногда неплохой вариант. Для тебя, звездочет, да. Но только пока не станет поздно. Тут другой проход. Только мне эти кристаллы кажутся очень опасными. Не бери это в свою мохнатую головку. От падения с высоты ты умираешь только в двух вариантах. Это вряд ли один из них. Ведь Дракс и впрямь начинал ко мне оттаивать. Хоть и скрипя сердце. И продолжая оскорблять. Только потому, что Квилл его заставлял. И все же. Заслужить его доверие, даже чуть-чуть, это важно. Ну, вот видишь! А ты боялась вступать после... Ну, ты видишь. Вот сам. Грут, нужно добраться до кристаллов. Эй, главное, Квилла, вперед пусти. Не хочу, чтобы ты упал. О, вот теперь я точно что-то вспомнила. Кажется. Здесь нужно быть осторожнее. Да, ты видишь будущее, в котором я сталкиваю тебя с обрыва? Эх, пушистик. Поразительно, что твоя вспыльчивость неизменна во всех вариантах времени и пространства. Ты... Мантис, а там, на забвении, ты уже знала, что предпримут церковники? Не знаю. Я вижу столько всего одновременно, что трудно понять, где нахожусь сама. Они во всех временных линиях хотят захватить галактику? Почти во всех. Иногда от этого такой шум стоит, словно куча кораблей стартует одновременно. А у нас есть шанс их остановить? О, да. Но только если вы исцелите нашего Дракси в Ракси. Только впятером вы сможете добиться цели. Наконец-то! Личина лжи! Наверное. И это поможет нам спасти Дракси? Нет, помешает нам его спасти. Мы ищем то, что скрыто за ним. За ложью. Мы все подряд теперь будем взрывать? Ну, рискнем меня! Берегите! Отличное приземление. Спасибо. Обычно ты разбиваешься. Катати упоминали лица во тьме, но я думала, что это метафора. Жукоглазка окончательно спятила.
Я есть Крут. Разумеется, я зол. Я промок. Шарюсь по пещере, которая сама в людей брошена. И ищу хвоста льва! Гамора, можешь помочь с этим? Под хвост все это. Я пошел. Нет, нельзя. Мне нельзя тут прорубить? Ой, нет, не ты. Сейчас случится что-то ужасное. Все, я пошел! Ракета! Разорвем эту самую! Спасем Дракса и уберемся отсюда! Да, но... Пора доверять своим инстинктам, Квилл! Жукоглазка сказала, эта рожа мешает спасти Дракса! Так уничтожим ее! Пушистик, не делай того, что собираешься сделать! Нет, или нет, мне нет. Не делай! Хватит с меня, головолом! Не делай то, что ты Давайте уже все-таки сделал. Выслушаем Мантис, да? Дайте так подумать, хорошо? Что, если мы обрушим всю пещеру? Тогда нам не придется больше с ним спорить. Это не повод. Грут, скажи ему остановиться. Я есть Грут. Ракета, нет! Ракета! Кажется, я повторяюсь, но... Спрашиваешь про план? Да. Давай бежать! Опасно. Да, и не говори. О, скажу. Мантис. Где матриарх? Вот здесь как раз мой провал. Мы же спасаем тебя! Пушистик устраивает сцену. Значит, мы умрем. Она же сама сказала, что эта штука нам мешает. Да, но... Мантис, он только сам убьется или и нас убьет? Жукоглазка чушь несет! Разойдись! Надо только воткнуть это в это. Ракета, нет! Ракета! Кажется, я повторяюсь, но... Спрашиваешь про план? Да. Давай бежать! Опасно. Да, и не говори. О, скажу. Мантис. Где матриарх? Вот здесь как раз мой провал. Мы же спасаем тебя! Там, где мой провал, вас успех ждет. Со мной будь. Эй, народ! Ошалеть! Я все еще живой! Что? Ты нас всех чуть не убил! Завязывай уже со своими взрывами, ракета, ясно? Ты возьмешь назад эти слова! С
звездочет! Так ты из спартанцев? И я не знала? Может, ты не всегда? Или я забыла? Что? Эти твои пушки опять что-то сделали? Он спас Дракса после того, как ты нас не убил! Как пушка могла его спасти? Покажи ему, звездочет! Вот как это делается! Взрывом все равно лучше! И вовсе нет! Вот попадем еще в передрягу! Вы меня умолять будете что-нибудь взорвать! В ногах будете валяться! Вот попадем еще в передрягу, постараюсь об этом вспомнить. Снова странный туман. Вас хоть носы на нормальной высоте. От газа пушистик ни разу не умирает. Только от падения, камнепада, читаури, воды... Стоп, что? Ты сказала читаури? Ой, и правда. Такое смешное слово, да? Быть не может! Я думал, никогда больше этих подхвостов не увижу! А я так и вообще надеялся! Так и думал, что эти хвостососы прячутся под землёй! С радостью их выкорчую! Нет, не хочу даже задумываться, как они сюда попали! Могла предупредить, что в этой пещере прячутся читаури? Они тут не во всех вариантах. Здесь только те длинные глазастики. Ну, ты понимаешь, о ком я предназначен? Да, я знаком с этими глазастиками. Вот только с чего им здесь быть? Вот там и тебя спроси. Наше время времени самое отстойное. Чего нам не надо, так это чтобы она сейчас решила с нами поквитаться. А, на карка! Подожди, Сая же говорил, до момента, когда в нас не будут стрелять. Эти парни что, не знают, про что старая помянет? Эй, ну хотя бы сними меня целой армии всех в зале! Гляди, как было бы! Ненавижу этих тварей! Что говоришь? Обязательно было нас сглазить, да? Эй, а вы заметили, что появился тот, кого я назвал? За это тебя благодарили? Беги! Его холодное оружие! Бежим, друг! Никому не кажется, что у тумана есть разум? Это явно не совсем обычный туман! Это слизь снаружи помогает восстанавливаться! Надо сосредоточиться на шипах внутри! Железка не главное! Этот крепель ускорился! Вы чувствуете запах крапивы? Будет за нами должок перепоголовывать! Не будем усугублять все! А ну выкуси, Хелгадина! Молодец, Питер! Трус спрашивает, чего мы не уничтожим это ядро внутри! Туман как будто преследует нас! Или заманивает! Столько проблем! И все ради нескольких жалких юнитов! Лично я ни одного не верну! Да запросто! На нас могут напасть еще и обращенные психи из корпуса! Да, это будет хуже! Да ладно! Мантис говорит, что здесь скрыто средство от обещания! Логично, что церковники не хотят, чтобы его нашли! Мы идем в правильном направлении, да? Эй, Квилл! Хочешь увидеть салют? Еще хоть что-то выскочит из тумана, и я уйду! Важно с тобой согласен!
Нашинкуй их! Хватай их, Крут! Ты знаешь, что тебе... Вот теперь это реально странно! Ну, на этот раз хоть не я виноват! Я от этого тумана скоро лечь чекаться начну! Не хочу даже думать об этом! Мы хоть знаем, что на верном пути! Точно? Поднимитесь! Что еще эта пещера против нас выставит? Я предпочел бы не выяснять! И даже я с ним согласна! Давно я никого не нарезала! Давненько я ничего не взрывал! Сдаемся! Уже почти все, я чувствую! Пока, болван! Время вышло! Получал! Уничтожить, ракета! У меня еще плюс один! Бегите, платежи! Удар сразу! Мы хоть знаем, что на верном пути! Вот! Надеюсь, в корпусе Нова хорошая страховка. Пришпиль его, Крот! Я от этого тумана скоро лет 15 начну! Это лучший случай! Солдат отправился в лучший мир! Надеюсь, в корпусе Нова хорошая страховка. Ты идешь в правильном направлении, да? Таинственный туман, так теперь терпеть. Мантис, ты в порядке? О, эй, Гамора, ты уже не так подавлена. Стоп, это ведь уже было, да? Да, было. Но ты все еще переживаешь из-за той истории, верно? История? Я в порядке. Давайте думать, как помочь Драксу. А он расстроится, что не сразился с этими тварями. А, они же не были настоящими. Ну, по-настоящему настоящими. Но сражались они по-настоящему. Может, они настоящие. Что-то в этом месте затуманивает мой внутренний взор. Можно подумать, он когда-нибудь прояснялся. Я есть круг! Мантис, нам точно нужно быть именно здесь! Для этого поздновато! Осторожнее, ты сам не особо проворный! Что дальше, Квилл? Говорил тебе сходить перед высадкой. Как мы могли не заметить их в этом тумане? Хочешь их спросить? Нам нужна передышка, Грот. Здесь все нас ненавидят. Просто у тебя такое лицо, Квилл. А сколько еще будет тянуться этот пещер? Внимание, еще каменные монстры. Может, мы с ними просто друг друга не поняли? Они ведь разумные.
Что ж, не скажу, что удивлен. Я была уверена. О, я его еще позже выучила. Мне кажется, я разобрала слово «убить». Или они так кряхтели. Кто бы они ни были, туман их, похоже, не беспокоит. Может, у них просто хватает мозгов не шариться в нем? В отличие от некоторых. Я есть Грут. Да знаю я, ради чего мы стараемся. И Дракс об этом все узнает. О, может, это вариант, где Пушистик совершает подвиг? Не, хвост вам! С места не сдвинусь. Не такой уж он и мокрый. Так, средней влажности. Я не пойду под вязкий ливень! Мы команда, что-нибудь придумаем. Может, можно отвести воду с помощью тех растений? И эта мелочь теперь не даст нам спасти Дракса? Идите, спасайте его, пока я тону! Как они тут умудряются расти? Без понятия. Но эти лопухи могут пригодиться. Для дам. Ладно, почти получилось. Почти сухой, это мокрый. Почти полезное замечание, это... Да. Это было просто растение. Не говорящий. У нас нет выбора. Что бы вы без меня делали? Да уж, где бы мы нашли другого стрелка? Черт! Наверное, где-то застряло. Мантис, а есть такие временные линии, где мы оставляем тут ракету? Чисто гипотетически. Взяли! Все еще держится. Ну, сейчас. Корень застрял. А ты что скажешь, ракета? Выглядит не страшно. Перевожу. Ракета не... Ракета не любит воду. Мы знаем. Мы в страшной темной пещере. Нас всех тут ждет что-нибудь, что нам не понравится. Верно. Но не в той степени, в которой Пушистику не нравится мокнуть. Не стоит недооценивать силу глубоко укорененных страхов. Особенно тех, причины которых ты сам не осознаешь. Гамора, давай заберемся. Посмотрим, что делать дальше. Я знаю, что делать. Сказать ракете, чтоб кончал ныть. Ну, удачи тебе. Справедливости ради, он умирал, утонув и в куда более мелких водоемах. Вот именно. Что? Что? Это уже какой-то абсурд. Ну, не любит он воду. Что мне делать? Ты вроде как его капитан. Ты давно с ним не общалась. Нет, это не их ума дело. Какое положение? Я просто не хочу тонуть. Ага. Вот и корень наших проблем. Ты думаешь, получится? Конечно. Эта штука почти подалась. Наверное, просто запуталась в корнях или еще что-то. Вытащим, сможем отвести воду. Бойтесь Звездного Лорда. Ты что-то сказал? Нет. Мне одному не хватает драксовских байк прокататься. Наверняка у него есть кататианская сказка, что очень уместная в нашей ситуации. Давай! Вроде уже лучше. Дурацкое растение! Застряло! Иди ты! Прости, продолжай. А? Зачем спешить? Черт! Наверное, где-то застряла. А еще поможешь, Гамора? Я, наверное, мог бы его взорвать. Нет! Забыл, что было в прошлый раз. Ладно, ладно. Что тут
тут вообще делает это растение переросток? Жрецы называют его Гурос, дающий свет и жизнь. Соглашусь на крышу над головой. Теперь процентов на 50 стало суше. А мне на 100% плевать. Ладно, продолжим. Можешь попробовать, но, по-моему, это растение не из тех, что с мозгами. Я есть груд. Вот видишь, я ж говорил. Давай, Гамора. Да, ими можно было бы перегородить воду, но они не в ту сторону растут. Это только ты так быстро растешь.
надо! У него и так самооценка завышена. Ну, а сейчас? Корень застрял. А это даже приятно. Как душ с утра. Ну что скажешь, ракета? Я никогда не принимал душ и начинать не собираюсь. Эй, Грут, поможешь забраться? Я не Грут. Поможем. На какую высоту? А если я прыгну, ты ведь меня поймаешь? Поживем, увидим. Не слишком обнадеживает. А ты прыгни как следует. Давай оставим ракету здесь. Спасем Дракса, а на обратном пути его подберем. Если не найдем его... Груд на этом согласится. Жаль, у тебя нет таких клевых пушек, ракета. Будешь язвить, я их у тебя свистну. Прости, продолжай. Грут, давай поиграем в лифт. Я есть Грут. Вон там. Я. Подними-ка, Грут. Я там славно. Я есть Грут. Опять нужна поп сюда. Да, сделаю. Здорово, Питер. О, спасибо. Через море. А, тот с щупальцами? Что? Нет. В общем, спасибо, Квилл. Правда. Я была уверена про щупальца. Что скажешь, Грут? Мы теперь снова все вместе. Я есть Грут. Конечно. Сухой ракета, довольный ракета. Сейчас ты довольный? О, да. Ты не видела темного пушистика из других реальностей. И это хорошо. Очень хорошо. Что ты знаешь про этот коридор, Мантис? Вроде это тот мокрый эпизод. Что-что? А разве мокрый эпизод не позади? О, будет хуже. Гораздо. Народ! Все целы? Тут совершенно ничего не видно. Да, дело дрянь. Так, что там насчет вариантов, где мы погибаем? Я есть Грут. А что, так можно было? Я есть Грут. Говорит, он не любит выпендриваться. Спасибо. Я есть Грут. Не буду я им рассказывать.
О, точно. То самое. Ты рассказываешь в темноте. Это очень важно. Нет, не важно. Молчи! Я есть. Ракета, мы тут все свои.